Сегодня вот случилась чрезвычайная ситуация здесь на первом подъеме Волжских главных сооружений водопровода. Значит, ну, образовалось как бы редкое погодное явление, такое образование шуги на территории водохранилища. То есть получилось как бы вот эта шуга, лед, она забила входные окна оголовков, водозаборных оголовков. Значит, ну, естественно, сразу были приняты меры. Это еще в 10 утра была обнаружена такая ситуация. Благодаря быстрым действиям и помощи речного порта, значит, в 12 часов уже выехали сюда два судна. Значит, первое судно уже прибыло в 13:30 часов и начало разгонять эту шугу около, значит, водозаборных оголовков. Значит, ну, одновременно после того, как мы удалось запустить насосную станцию номер 2 и осуществить подачу в город, ну, примерно порядка 30% от потребности, это 2000 кубометров в час, то мы, значит, уже водолазные, значит, службы приступили, значит, к осмотру второго оголовка, номер 2, который более большей мощности. Значит, водолазы спустились в оголовок, было обнаружено, что там произошло обледенение, значит, входных окон, забиты они льдом, и, ну, в течение там 3-4 часов производили подводно-технические работы, очищали воду. Значит, после этого, как были эти работы выполнены, в 22 часа 30 минут, значит, мы запустили насосную станцию номер 2, и, значит, как бы весь первый подъем Волжских главных сооружений водопровода начал работать в штатном режиме. Вот сейчас у нас 23 часа, вода подается в город. Сейчас она поступила уже на третий подъем, где будет производиться очистка. И дальше, значит, мы в течение всей ночи в форсированном режиме будем заполнять все резервуары города водой. А завтра, значит, мы, ну, после того, как будет запущено полностью водоснабжение и горячее водоснабжение в городе, значит, завтра мы еще раз осмотрим эти оголовки. Водолазы опять, значит, это спустятся, значит, уже в такой спокойной обстановке. Еще раз все осмотрим, убедимся в том, что полностью, значит, от льда очищены эти оголовки, значит, ну и, как говорится, ну, раз насосная станция будет работать в штатном режиме. Вот здесь вот, значит, вот в этом месте как раз образовалась шуга, вот здесь вот на этом оголовке, и как бы она забила вот эту вот аванкабель насосной станции.